Девочки, привет. Ой, у нас нету света сегодня с утра. Ем мороженое, а жара. Короче, иду потихонечку, поднимаюсь по пожарной, ну, по лестнице такой, по которой редко ходим. Вот 6-й этаж, не на 10-й. Напишите, как вы поднимаетесь, на какой этаж. Если у вас одышка, я вроде, ну так, с остановками вышла, прогулялась. Вниз, конечно, легко, а наверх обещают в 3 часа в обед включить. 7-й, да, 7-й. Еще 3 этажа. Такой фитнес, капец. Обещают включить в обед, но не факт. У меня там дома есть на такие случаи догоночек. У нас электроплиты, 12-этажка. 8-й. Ну, я так потихоньку иду. Купила мороженое, ем эскимос. Купила абрикосы. Так захотелось абрикос. Абрикосы в этом году дорогущие. По 65 гривен. Так, это чтобы вы понимали. Ну, 2 евро, считайте. Ну, чуть меньше. Абрикосы постоянно. Персики дешевле, абрикосы дорогущие. Сейчас поднимусь, покажу вам. Но они такие сладкие, красивые. Ну, дорогие. Ой, все. Я добралась на свой этаж. Ну, смотрите, вроде ничего. Нормально. Все. 10-й. Физкульт, привет. Вот, девочки, купила вот такую вкусненькую, красивенькую абрикоску. Она такая оранжевенькая. Очень сладенькая, очень классная. Мягенькая. Сейчас перемою. И будем ее лопать. Абрикос надо кушать. В них много витамин. Вот я почему-то абрикосы, девочки, больше люблю, чем персики. Не знаю почему. Кто тоже любит абрикоски, ставьте лайкосики. Женька утром ходил там по своим делам на базар, там для велосипеда покупал. Я говорю, зайди, купи персиков. Там одна женщина продает каждый год, мы всегда у нее берем, но ее сегодня не было. Я даже не спросила, почем. Ну, думаю, что рублей по 50, наверное. Ну, вот такие они симпатичные, тоже сейчас перемою. Немножко их подавил. Немножко подпорченный. Накидали ему. Вообще, ну, в целом нормальные. Короче, вот сейчас перемою. Я все, ребят, я все мою. И абрикосы, и персики, и сливы, что купила, сразу мою. Ставлю на стол. Да, Лимоша. Лимоша привет передает. Ставлю на стол, и все лопают. Так, когда там где-то оно спрятано, мои всегда должны видеть, что намыто, стоит на столе. Я говорю, все, сигнал. Если стоит на тарелочках на столе, значит, все перемыто, все можно брать и кушать, мыть не надо. Вот так, ребята, я заряжаю свой телефон сегодня. А вот это у меня такая плиточка, здесь баллончик, очень удобная вещь. Очень удобный баллончик, тут электроподжиг, конфорочка, и подогреть там, сделать яичницу, кофеечек, очень удобно. Вот у кого электродома, то вообще штука замечательная. Я вот, мы как только сюда вселились, печка электрическая поверхность, духовка электрическая, газа здесь нет. Я говорю, так, срочно надо вот такую штучку приобрести. Она в таком чемоданчике идет. И баллончики просто покупаем, и все. Она, в принципе, очень-очень пригодится. Сейчас вот у кого, вот у нас сейчас нет света, у кого такой штуки нету, все кушают мороженка и йогурты. Сегодня ветер такой. И вот, пожалуйста. Вот это надо, как он летел вот с подоконника. Надо было штору повыше поднять. Ёлки-палки. Сегодня у нас ураган просто в Одессе. Штормовое. Мы еще собрались вечерком к морюшку съездить. Ну и что мне делать теперь? Костя, тащи мне, наверное, совок, веник, света нету. Сейчас сначала все это сметем. Так,
Орхидея моя колышется на ветру. Это просто трындец, ребят. И вот летел и задел какой-то листочек. Какой же он? Блин. Вот, на замике задел листочек, оборвал. Замик только распускается. Давай, спасибо. Сейчас мама будет заметать. Да сейчас надо окно прикрыть. То сейчас тут точно все у нас улетит. Да. Смотри, он не, смотри, что творится. Он вывалился весь. Я его пересаживала. Пересохший. Недавно вроде поливала. Не знаю, как эти кактусы поливать. Да, теперь весь грязный. Ой. Не было печали. Не было печали. Все. Ракушки. Морские ракушки. Все поубирала, добавила. Сейчас еще полы помою. Добавила. Нашла только универсальный грунт у меня был. Еще валой добавила земли. Сюда бы, конечно, для кактуса по-хорошему нужна специальная почва. Для кактусов. Ну, посмотрим. Сейчас пойду немножко его пролью. Ему уже столько лет. Ну, какой-то такой не очень. Они у меня два покупались. Или даже больше, нет, несколько покупала. Вот второй тоже. Саму крышка. Как-то вот он, верхушка начала расти. Вот этот, кстати, когда-то, по-моему, цвел или нет. Или что? Или нет, у меня раньше был кактус цвел. Эти у меня не цвели. Ребят, у нас такая духота. Лузгаю семечки. И ем фрукточки. И компотик попиваю. Сейчас Сережа приедет, пообедает и поедем к морю. Погуляем. Покажу вам наше море. Давно я не была на море. Но мы будем гулять. Мы не будем загорать, купаться. Купаться опасно, мины. Просто хочу подышать воздухом морским. Хотя сегодня вот у нас даже здесь, мы где-то от моря, недалеко, но сегодня прям морской запах такой, и вся влага с моря идет, и вот эта жара, и нету света до сих пор. Уже после обеда света с утра нету, 7 часов или 6, и невозможно, потому что ничего не включишь, ни кондиционер, ничего. Самое ужасное. Ребята, достала свое назначение как-то в Одрексе. У меня этот самый варикоз. Вот смотри, что мне выписывали. Сейчас так нога одна болит, прям ужас. Флебоди 600 миллиграмм, одна таблетка один раз в сутки утром. И вот этот надо крем купить. Цедралекс. Короче. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей первой, второй степени. Или стадии. Вот так вот. Активный образ жизни, в том числе бег, ходьба, плавание, велосипед и прочее. Ну, плавания у меня нет в этом году. Хожу, но не бегаю. Вот это вот я постояла на кухне. Вот видите, ограничение статических нагрузок. Вот с возмущением, вот ноги задираю так вот сюда на кровать, наверх. И так лежу на спинку кровати. Ну, гольф у меня тоже есть. Так что вот так, ребят.